Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Ярко-розовый или лиловый цвет благоприятны для людей с этим именем, но в меньшей степени, чем розовато-лиловый, фиолетовый или пурпурный. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Альтруизм этого имени и возвышенные благородные идеалы приносят владельцу имени всеобщую симпатию и признание, а иногда даже почет и славу. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. В тех именах, в которых встречается классная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. У человека с этим именем есть вибрация, которая наделяет блестящим умом, красноречием, находчивостью и обаянием. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.